Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше стройку тягача АТ-Т от фирмы Трумпетер в 35-м масштабе. И хочу в этом видео поделиться тем, что я уже сделал и что продолжаю делать. Позачищал все катки, все бандажи, собрал кое-какие детали в одно целое, покрасил кабину, на мой взгляд, все неплохо получилось. Сиденье покрасил в красно-коричневый цвет. Рычаги педали покрасил вороненой сталью. Не знаю, наверное, будет видно, не будет видно. Нанес декали на приборную доску и уже ее вклеил. Сейчас соберу кабину, двери не вклеивал пока что, уже все будем делать потом. А сейчас продолжим собирать кабину и поработаем немножко с верхней частью корпуса. Модель мне очень в сборке понравилась. Все хорошо, отлично собирается. Все становится на свои места без каких-либо проблем. За кадром пока собираю, зачищаю траки. Видео по тракам сделаю отдельно. Как собирать, как красить, чем крашу и при помощи чего собираю пластиковые траки на модель.
Вот, коллеги, на этом процессе буду заканчивать. Сейчас вот посмотрю, как все стыкуется. Стыковка мне понравилась. Да и сама в целом модель очень хорошо сделана. Все без проблем собирается. Все без проблем стыкуется. Надо аккуратненько все подгонять под свои места. И без проблем все тогда собирается. Стало. Это так, пока сборка на сухую. Сначала посмотрю, как будет проще красить в собранном виде полностью или в разобранном по частям потом собирать. Ну, получается такая красивая модель. Интересный тягач. Когда он встанет на траке, на гусеничные ленты, будет модель вообще намного интереснее смотреться. Да и так оно смотрится шикарно. На этом, друзья, буду заканчивать. Кому интересно увидеть продолжение, оставайтесь на канале, следите за выходом новых серий. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!